Здравствуйте, с вами Юля. Сегодня будет, как видите, обмен покупки и чуть-чуть продажи. Здесь у меня, к сожалению, получилось только одни покупочки. И, к сожалению, очень мало. Тут один пакетик на три таких классных журнала. Я уже не говорила, они ко мне едут. Здесь вот такой... Такая вот наклеечка номер 18, к сожалению, одна только, Фрэнк. Так, здесь из Золушки, ожерелье, такая центральная, также голова Золушки и веер, кажется, он у меня, может, был. Знакомый веер. И из наследников один спец. Все, что было, все взяла, которых не хватало. Джейн. Лицо у нее здесь должно быть. И Джей. Тоже лицо. И, к сожалению, останется здесь одна, и здесь около 5 или 4, и здесь 2. И давайте наклеим и посмотрим этот журнал целиком. Так. И кажется, два этих веера. Один красный, другой желтый. Тут еще не хватает одной. У сестер еще не хватает серединки. То есть этот низ и вверх. Это 2. 2 наклейки уже. И не хватает еще одной игрушки. И еще не хватает лицо феи. И, кажется, все, остальные все есть, как видите. Точно, жуткая контрастность. Ладно. Осталось 3 спеца и 4 спеца, и все, соберется. Но их нигде не достанешь. Так, теперь наследники. Все, клеила. Осталось только одну наклейку найти. И это простое лицо. Жалко, у Бена лицо не собралось. Не нашлось. Так, и наконец-то монстры на каникулах 2. Ой, где у меня наклейка? Так, все. И давайте посмотрим этот журнал. А то мы, кажется, его не смотрели с наклейками. Так, такой классный журнал. «Монстры на каникулах 2». Первый разворот. Все есть. Тут 4 лучших друга. Фрэнки, невидимка Муми и Волк. Тут лица главных героев. Дракула, Мэвис и Тони. Также Тэшки почему-то. Здесь тоже наклеечка. Знак такой.
Очень классно, что журнал такой, ну не знаю, яркий. Хотя он самый темненький. Но все равно такие очень классные арты, кадры. Классно вообще. Жалко, у Дракулы лицо не нашло, мыс нашлось. Почему-то они именно так наклеиваются. Мне это не нравится, когда остаются вот эти полосы. Здесь, где Дракула и Мэвис в виде мышек. Все они. Здесь уже лучше, друзья. Дракула. Это как Фрэнки. Мумий. Вольфич. Вайни. Мумий. И невидимка. Такой невидимый, что аж его не заметишь. Тут все собрались. Все классненькие. Вот это прикольно. Что-то у невидимки совсем один только отдали кадр, не то что этих по два. Хоть он невидимый, но можно было бы побольше дать. Это как бы семьи Фрэнки и этого волка. Как его там зовут? Это жена волка, вечно беременная Ванда, дети Винни и Валли, наверное, единственный ребенок, которым показывают из мальчиков. У Фрэнки Юнис или Анис жена. Тут классная Винни. Винни была в первом фильме младенцем. А сейчас интересно, сколько ей лет. Раз она еще такая маленькая. Эта свадьба уже идет Джонни и Мэвис. Вот у Мэвис такое платье черное, готичное. Она же все-таки как бы монстр. У нее должно быть темное платье черное. Контрастность не хочет вообще брать. Я вручается. Почему-то Джонни все время полусогнутый. Мило. Так, это уже когда Мэвис родила такого класснику маленького мальчика Денниса, сына рыжего. Тут Дракула проверяет зубки. Проверяет. Очень тщательно проверяет. К сожалению, еще одной наклеечки не хватает. И все, остальное все есть. Тут уже устраивают день рождения или что-то в этом роде. Такое радостное. Или не день рождения, а игры какие-то. Тут остальные такие интересные. Но не герои, а второстепенные персонажи. Как зеленый студень, скелет, щупальца, скелеты. Эти непонятные кто, которые вечно говорят, это не я. И бабы-яги, которые девчонки. Здесь у нас разворот одних мумий. Мумий, 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 мумий. Грин, ну как они там грррр делают. Одни мумии. Подручные Дракулы. А здесь уже день рождения Денниса идет. Если не нечаянно этот серединка оторвалась, пришлось склеить кое-как. Но все равно классно вышло. Мне не очень когда... Не люблю, когда так делают. А, нет, это не день рождения Денниса, вру. Это день рождения волков. И все кошельники. Тут устраивается день рождения. Любовная, влюбленная парочка. Такая яркая, мне очень нравится. И наклеечки, кстати, такие, что отрываются быстро. Так, следующий разворот. Где Джонни и Мэвис пошли, поехали отдыхать к родственникам Джонни. А Дракула поехал показывать окрестности, как страшить своему внуку.
Вот, показывает, как страшить и так далее. Зубки. Здесь Мэвис впервые в супермаркете. Здесь Дракула показывает, как надо летать. Кинул своего внука с такой башни. Эти смотрят, как только башня свалилась. Он все еще кричит, это-то, надо спасти. И спас его. Здесь уже расстроенная мама Мэвис. Это вообще классный кадр. Здесь у нас дедушка Дракулы. Влад. Самый старый из Дракул. И тут хорошенький хэппи-эндик уже идет. Хэппи-энд. Вот это очень прикольно. Такой классный журнал. Как ничего не очень обращал внимания. Прикольно. Так, все наклеечки вклеила. Жалко, что не хватает здесь 1, 2 и 4, кажется, или 5. Очень классный, интересный, яркий журнал. К сожалению, ни у кого нет этих наклеечек, но постараюсь хотя бы, может быть, по Нине, может, заказать как-нибудь, если получится. Или попросить кого-нибудь заказать. Ну, хочу собрать полностью эти все три журнала. Они очень здоровские. Ладно, с вами была Юля. Спасибо, что смотрели мои видео. До новых встреч. Бай-бай-бай.